Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout 3 и... Ой, господи, какая она страшная, сблизита. Сегодня мы отправимся куда-то вот в эту сторону, в новости Галактики попробуем добраться, там, в национальный архив, возможно, если получится. Я просто не знаю, туда дороги. И будем идти... Как-то вот так вот наугад. И наугад это... Как-то вот так. В ту сторону мы ходили, там все закрыто вроде бы. Можно было, может быть, как-то через метро пройти. Но я как-то так не люблю метро, если честно. И я совсем не хочу идти через метро. Там так мрачно. Хотя другого выхода, по-моему, у меня просто-напросто нет. Ой, смотрите, там вон какой-то туннель. Или, может быть, попробовать обойти вот так вот, да? Через, ну, совсем обойти. Можно как-то обойти? Кто там? Опять супермутанты? Да где же вы беретесь-то? Давайте попробуем обойти супермарт. Супер-дупермарт, да. Были мы когда-то здесь. Очень-очень давно. О, где? Смотрите. Где? Эй, где контакт? Давай. Ты покойник. Меня попали. Что-то у ребят... Что это творит, а? Что происходит? Это... Ой-ой-ой, давай. Взорви, ну куда, не подходи, машина сейчас взорвется. Блин, шикарно. Вот это, да. Взрывы вполне отлично. Здесь. Еще и лава-лапчик, отлично. Так, хорошо. У нас 18 уровень. И мы давайте будем тянуть потихонечку дальше, наверное, энергооружие. Энергооружие. У нас получается еще 12 уровней до капа, да, осталось, до максимального 30 уровня, который раньше был 20 максимальный, сейчас 30 максимальный, когда после одного из DLC про братство стали там что-то, ну короче, не помню, как там DLC называлось, но неважно, в принципе. Давайте до 50. Что нам еще может пригодиться, давайте подумаем. До сотни легкое оружие. Ну, я бы не сказал, что имеет смысл сейчас качать. Красноречие я, как говорил, качать не буду. Разве что совсем потом. Ну, как и бартер уже мне точно не нужен. Да и вообще бартер, я считаю, просто самой пустой тратой очков. Вот тяжелое. Гранатомет, огнемет, миниган и гантлинг-лазер. Ну вот гантлинги довольно интересный вариант тоже. Давайте тоже будем подтягивать, потому что хотелось бы попробовать все оружие. Я не хочу зацикливаться на каком-то одном конкретном, поэтому хочется, ну, чтобы у нас все оружие было так более-менее как-то прокачано чуть-чуть, чтобы можно было стрелять. Так, хакер. Провалить попытку взлома и не суметь залезть в чужой компьютер. Это случается, но не с настоящим хакером. К тому же вы можете попытаться заново взломать любой компьютер, доступ к которому вам заблокирован. Ну такое. О! Вы можете попробовать повторно вскрыть любой замок, даже сломанный при попытке взлома силой. Вот я возьму вот это, наверное. Потому что с отмычками здесь определенные проблемы. Здесь нету... того количества торговцев, которые были вот в том же Нью-Вегасе, допустим, да? Вот я не буду, кстати, броню уже брать, она стоит там копейки. У тех тоже, ребят, наверное, брать ничего не буду. В том же Скайриме, да, где взлом был, ну, практически идентичен. Вот, но в Скайриме у меня было, ну, где-то в середине игры уже больше сотни отмычек, потому что было, ну, множество торговцев, в которых эти отмычки продавались просто пачками. Здесь я что-то такого не заметил как-то. И это меня огорчает, поэтому я все-таки возьму вот эту штуку со взломом.
Ну, кстати, давайте мы сейчас со снайперки его бахнем. Снайперку мы чинили, поэтому она выпала у нас из быстрого доступа. Ну-ка, постой. Паровоз. Эх. Надо стрелять, как только он остановится. Нет, нет. Ну что такое? Я же вроде вот прямо-прямо в голову, нет? Летит пулька. Вот сейчас не попал, согласен. Сейчас кривенько немного полетело. Но вот сейчас же вроде прям в голову, вообще. Идеально, нет? Сюда. Ну блин, как ты села так не вовремя? Ну, проще просто... В пользу братства. Да, по телу стрелять, да и не париться. Так. Воу-воу-воу, что, кто? А, вижу. Блин. Этот труп там колбасит. Ну, вылазь. Да, нам куда-то вот туда. Как мы сможем тут забраться? Нам все равно придется, да, проплыть немного. Ну, КС, давай. Я надеюсь, ты нормально плаваешь в своей силовой броне. Вот. Я просто не достреливаю? Или что? Кто-то где-то опять взорвалось. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ой, я зря сюда. Ой, я зря. Ой, зря, вообще зря. Да. За ППшечкой пошел, называется. Ой же зря. Я по этим, да, наверное, сейчас стреляю. Ух. Мать моя женщина, пошли отсюда. Пошли отсюда, убегай. Убегай, улетит. Ох. Блин, ну я тоже могу ведь. Или не могу. С гранатомета лупануть по ним пару раз. Ну, доставай. Ой, хорошо, что он стреляет косо, криво, так же, как и я практически. Все, все, поднимаемся, уходим. Вот сюда. Угол. Фух. Супермутанты с гранатометами, это уже серьезно. Миниган, ладно, это такое дело. Я надеюсь, Кэс же, она бессмертная вроде бы. Ух. Так, ладно, я не знаю, попадаю я по нему или нет. Я пойду дальше отсюда куда-нибудь. Никто не против. Так, что это у нас за... Станция метро Феррагут Вест. Но нам в любом случае не сюда. Так, а что у нас с оружием? Давайте мы возьмем, наверное, какой-нибудь боевой дробовик. Просто уйдем отсюда. О, боже мой. Рейдер. Оу! Ну давай! Что происходит? А, ну со снайперкой, да. Сэм Уорик. Ты кто такой вообще? Уорик. Кожаная броня, палец, снайперская винтовка, в солнечных очках такой. А ну-ка давайте возьмем и починим теперь нашу снайперку. О, уже приятно. Где наша Кэс? Только не говорите, что она померла где-то под этим гранатометным обстрелом. Мне кажется, она просто переплыть там не может и где-то застряла. Ну, я надеюсь на это. Что она сейчас догонит нас как-нибудь. Потому что если мы ее потеряем, то будет как-то немного грустно. Но с другой стороны, мы одинокий путник, да? Вроде бы как так мы называемся в третьей части. Во второй части нас звали избранным. В Нью-Вегасе нас звали курьером. Здесь мы одинокий путник. Может, не будем
все-таки. Изменять традициям, если вдруг Кэс куда-то денется, да? Там. Ой, ты ж, елки-палки. Ух ты. Наемник компании Коготь с роботом-охранником вот таким. Ого. А ну подожди, подожди. Подожди, а ну робот. Отключить! Мазафака! Стоп, что? 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 Что, мать вашу, происходит? Анклав на вертолете! Анклав на вертолете прилетел! Вы шутите? Вы шутите? Где? Что? О, вот и эта подруга очехлилась. Где они? Там происходит вообще? Робот-охранника. Мы тебя можем теперь включить? Что происходит? Это кто-то стрельнул? Блин. Что за жесть творится? Кэс, держись. Я пойду. Эти... Ой, они тоже с охранниками. Ну, ну, отключить. Да. Блин, какой навык классный. Отключать этих роботов к чертям буду собачьим. Вот это да. Давай, 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 есть. Ой, мы сможем починить сейчас нашу броню. Класс. Да ну стой ты на месте. Опа. Погибло. Погибла. Ну стрельни еще раз, на. Она сражалась очень героически. Очень просто героически. Ну, стрельни еще, разик. Молодец. Так. Я хотел гантлинг, да? Босс, супермутант босс. Ешь, ешь медикаменты. Все, у меня уже этот заклинивает. Давайте ему хотя бы гантлинг, может, попробуем выбить, да. Фух. Да, чтоб я еще попадал по ним. Вот это жесть. Так, все, это уже надо убирать этот, да. Берем, что у нас? Китайский автомат только, да? Давайте посмотрим. Магнум, 28 урон, калеченный. Нам не подходит. 36 у снайперки. Как у нас? Очки действия восстановились. Вроде бы восстановились. Сколько шанс попасть ему в голову? 76%? Да немного. Но два... О, урон, конечно, да. Я, по-моему, ни разу не попал. Ладно. Вся надежда на китайский автомат. На один китайский автомат. Там хоть вроде никого уже нету. Чаще через ват стрелять. Ну, с лазерной винтовкой он совсем не страшный, конечно. Это с гантлингом он смотрелся весьма сурово. Все, последняя обойма. Фух, вот это да. Вот это да. Ну хорошо, что мы хоть роботов можем теперь вот так вот отключать. Ну резко. Но, блин, мы столько стимуляторов потратили. Ну, в принципе, деньги есть, да? Мы можем позволить себе стимуляторы
покупать. Так что с тобой ничего нельзя сделать, не полутать теперь ничего. Солдат Анклава, гиена. Забираем. Плазму тоже забираем. Нога солдата Анклава. Когти, конечно, с... Что, чё он двигается там еще? Что с тобой? Что с тобой? Танцует. Броня Тесла. Так, это интересно. Ой, пистолет, не знаю, что я взял. Броня Тесла. Блин, сколько мы тут всяких ништяков набрали. Ну, ребят, я, как и говорил, загружаться не буду. Китайский автомат у нее. Понятно, что делал. Жетон Братства Стали. Не Кэс, да, Кросс. Высший паладин. Даже то недолгое время, которое мы вместе путешествовали, я не знал, как ее зовут. Чувствую себя последней скотиной. Где мой гантлинг? Так, китайский автомат чиним. Лазерные винтовки чиним. Не знаю, зачем я вообще с ними хожу. Пистолет выкинем сразу же. Вот, чиним гранатомет. Это да. Вот здесь, кстати, можно было гранатометом пострелять весьма бодренько. Тут согласен. Так, чиним гиену. Нашу практически поломанную уже гиену, между прочим. Так, а Теслочку мы починить не можем. Так просто, как хотелось бы. Сопротивление огню, сила. Так, энергооружие, сопротивление радиации. Энергооружие плюс 10, весьма приятно. Да и Теслочка выглядит интересно тоже. Так, где мой гантлинг? Куда он улетел? Куда он улетел? Он же не мог просто так взять и исчезнуть. Правильно. Я же его вроде бы не подбирал. Лично что-то где-то теряю. Правильно, я же не подбирал, потому что я подобрал, где-то не заметил. Гранатомет. Но у него точно был даже не миниган, а именно гантлинг. Ошметки. Ну, блин, конечно, это было просто жесть такая. Невероятная какая-то. Какое-то просто безумие. Повылазило и супермутанты, и коготь с этим роботом. Вообще просто нереально. Да уж. Пора, значит, качать что-то серьезное. Какое-то серьезное оружие. Ну, типа там, да, переходить с легкого на тоже или энерго, или на тяжелое. Ну, я не вижу, где гантлинг. Давайте, может, фонарь включим, может, так виднее будет. Не вижу, увы, поэтому мы без него пойдем. Ну, опять где-то под бордюром лежит, или под каким-то роботом, или под супермутантом. О! Да? Да, детка, вот ты где. Стоимость 0, потому что он, видимо, полностью, да, поломанный. Угу. Вот что стреляет электрическим зарядом, но пока что возьмем с собой его. Фух, а чем мы стрелять-то будем? Что, гранатометом, да? В принципе, сейчас урон у нас уже поднялся у гранатомета за счет того, что мы его и починили, и за счет того, что чутка подняли навык владения этим всем делом. Попробуем пострелять гранатометом. Давайте сохранимся после такой жести. Фух, у нас, можно сказать, первые потери. Я что-то думал, что здесь они не умерли. Наверное, если бы я на легкой сложности играл, да, они бы не умирали, напарники. Опять? Опять вы? Опять вы? Как вы задолбали? А могу я сбить вертолет сам? Интересно. Так, а ну давай, сейчас мы...
Доставай. Доставай. Ну и где вы? А где они? Что произошло? Что произошло? Блин. Я когда играл в Нью-Вегас, я не обращал внимания почему-то совсем на звук шагов. В этой, я имею в виду, в тяжелой броне. И он реально круто сделан. Ну, что-то с вертолетом меня наломали, по-моему. Ладно, спускаемся, да? Наломали? Наломали. Развод какой-то был, по-моему. Ну, пошли дальше тогда. Ну, с вертолетами это здорово. Мне кажется, это определенно очень крутой вот такой вот ход. Потому что очень не хватает какой-то динамики такой вот в игре. Когда что-то происходит такое, ну вот, вот ну, действительно динамика, да, какая-то идет. Они просто бродят супермутанты там. О, кстати, давайте взломаем силой. Замок был сломан. Сохранимся. И еще раз взломаем силой. Ой, ладно, не получилось. Я хотел просто взломать силой несколько раз, чтобы не получилось подряд. И посмотреть, что будет. Я могу сколько угодно раз перевзламывать или нет. Вот, в Нью-Вегасе такой вот динамики не было, по-моему, совершенно. Ну, просто ходили себе, выполняли квесты. Ничего, по большому счету, такого не происходило. А тут прям десантура такая с вертолета. По-моему, очень бодренько. И очень годненько. Так, отсюда я не выйду, вы мне хотите сказать, что ли? Серьезно. О, рыли. Ну. Я вылез, я смог. Да, нам сюда, хорошо. Буду применять, если что, гранатомет по назначению. Так что лучше ко мне не подходите никто. Я вооружен и очень опасен. Так, вижу кого-то. Я супер просто стелсер такой. О, стоять, стоять, стоять. А ну-ка, давайте мы... Хотя на самом деле у этих ребят тут... Кентавр... О. Супер-мутант-мастер. Ага, мало очков действий. Смотрите, а приятно так вообще. Может реально прокачать себе? Ну, правда, заряды, да. Ну, в смысле, выстрелы эти гранатометные. Не такое уж дешевое удовольствие. Не так уж часто встречается. Ой, смотрите, вот даже у этого китайского автомата уже урон у меня 44. Чего вдруг, правда? А, я починил, да, починил, правильно. Ой, супер кувалда. Можно взять, наверное. Починим когда-нибудь мою супер кувалду. Ой, смотри, там заложники какие-то, что ли, да? А я сюда с гранатомета фигачил. Развязать его. Не знаю, зачем я стеклам собираю. Я жив! Вот, я успел это... Ага, ага, не откажусь. А теперь мне пора отсюда, или тебе пора отсюда. Так, хорошо. Куда нам дальше? Ну, блин, такие завалы, и за счет того, что карта нам ничего полезного не говорит. Это очень неудобно, на самом деле, бродить по этим пустошам. Надеюсь, в четвертом Fallout, опять же, эту проблему как-то решат. О, там кто-то лазит. Кто это? Эй, ты! Кто?
А, точнее, кто там? Эй ты, кто там? О, я забыл уже совсем. Давно мы с рейдерами не встречались. Ой, куда он побежал? А ну-ка, давайте сейчас мы туда с гранатомета зафигачим им. Давай, сейчас пока достанет. А ну-ка, давай по ней. Или где там, чтоб несколько сразу человек стояло. Есть такое? Давайте сюда раз. Да, на второй у нас все равно не хватает. О! Ну, тоже неплохо, в принципе, че. Ну-ка, давай. Давай. Блин, они тоже так умеют, мне так тонко намекают. О, а я попал. Правда, не по тому, по кому надо. Но попал. Так, хорошо. Можно еще починить свой гранатомет. И уже урон у него соточка. Но всего 19 выстрелов. Может быть, они... Ой, сейчас, может, взрывается этот мотоцикл? Или нет? О, еще 3 выстрела. Хорошо. Я согласен. Так, короче, пора, наверное, закончить собирать всякий хлам. Типа охотничьих ружей. Что-то не хочется мне уже его таскать с собой. Давайте сейчас уберем. А, мотоцикл этот уже взорвался. Видимо, я понял. Это остатки уже лежали. Так, па-парам, парам-папам. Выключим радио. Надо как-то себя отучить собирать сигареты. А то вот сигареты я никак не могу. И блоки сигарет никак не могу пропустить. Так, давайте посмотрим, где мы. Ага, и нам куда-то как-то нужно туда добраться. Ладно, идем, может быть, через метро. Неужели через метро? А может, кстати, вот тут, вот поверху? Можно как? Нет, поверху, по-моему, там нельзя. Там, по-моему, большой завал. И поверху тут не пройдешь. Ну или, да, кусок дома, вот. Ну и большой завал. Да-да-да-да-да-да-да. И давайте посмотрим. Тут я ж не смогу забраться наверх, да, по этим? Да. А жалко. Невидимая стенка не дает мне пройти и не дает мне пропрыгать здесь. И тут, блин, ну как, тут просто вот по карте вот вроде бы как дорога прямо, ну да, дорога. Может, тут какой-то проходик есть, какая-нибудь дверка. Фиг там, я бы сказал. О, текстурки появились. Хорошо. А ну-ка. Ага, если бы. Я только увидел какой-то проходик, подумал, что вот оно. А фонарь. Все это не то. Короче, тут мы не пройдем. Что, придется, наверное, в подземелье спускаться. Ну, в смысле, в этот... Кстати, тут какое-то, да, есть подземелье, в котором я вроде бы еще не был. Но я к тому, что придется в подземку спускаться. В метро. Ну, давайте мы еще обойдем немного вот там, с той стороны попробуем посмотреть. Может, там какой-то проход есть. Здесь локацию мы открыли, и хорошо. А туда еще дорога какая-то ведет. Посмотрим. Может, там будет какой-то срез к новостям галактики. Но это, конечно, жестко очень было. Снова гранатомет достал. Ладно, сохранимся.
мимо. Обидно было очень так промазать. Супер-мутант-мастер. Это у него миниган. Ну, миниган такое себе оружие. 30%. Много, может, хотя бы. Нет! По кому они там стреляют? По-моему, скоро они уже ни по кому стрелять не будут. Просто засверлят кого-то, по кому они там стреляют. До смерти. О, да, засверлили. Неизвестно. А, вон, смотрите, рейдер бежит. Давай! Бомби его! Хорошо. Один лопнул. Надо ближе подойти. Это... Такие перестрелки. Стоять. Так, гранатомет, миниган, сколько у него отличного оружия. Так, сахарные бомбы тоже возьмем, не знаю зачем. А ну-ка, идеальный гранатомет наносит 116 урона у меня сейчас с моим навыком. О, кстати, миниганы. У-у-у, 2000 патронов к ним. Ух ты. У меня, по-моему, еще дома где-то валяются в загашничке миниганчики, если я не ошибаюсь. А, так, вот эту плазменную мы трогать не будем. Ей, по-моему, чинится, да, уникальная плазменная, которая у нас дома лежит, которой мы тоже скоро начнем, наверное, пользоваться, как, ну, еще левелок другой там где-то. И начнем. 10-миллиметровый уже можно выкидывать 100%. Он нам уже вообще, ну, никак. Попробуем с миниганом. Вот, смотрите, такой классический. Ну ладно, в такой броне не очень классический, но в целом классический такой образ анклавовца. Шикарный просто. Вообще просто красавчик. Прям, я не знаю, прям как эти из Вархаммера 40 тысяч. Ребята. Так, слушайте, тут прям везде завалы. Что за беда? О, роботы. Роботов я всегда рад видеть. Давайте. Ой, смотри, там наши... Это союзники? Кто вы? Это что, братики? Братики. Да, в натуре, смотрите, братики. Изгои. Изгои братиков. Назад, туземец. Туземец. Сам ты туземец. База Национальной гвардии. Ух ты, как я далеко забрался-то. Да, видимо, нам надо как-то через станции метро. Может быть, будет сюда проход внутрь. Потому что тут мы тоже как-то шли, и вроде бы никаких сюда проходов не было. Вот, поэтому... Что, может, зайдем сюда, в эту базу Национальной гвардии? Горы роботов. Батареи наберем. По-моему, то, что надо. База Нацгвардии. Ну, давайте. Но это будет в следующей серии. Пока что, ребят, мы с вами попрощаемся после такой жесткой, просто потной серии, в которой мы потеряли... Паладиншу высшую, нашу спутницу, недолго она с нами пробыла, но все же, да. Ну а пока что, всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в следующей серии.